В минувшие выходные в Елабуге учащиеся университетской школы побывали на занятии детского университета. Все подробности далее. Учебный день стартовал с лекций от студентов отделения филологии и истории Елабужского института Казанского университета, которые рассказали об этнических немцах и познакомили детей с яркими представителями этой нации. Это все-таки такие маленькие ступени, маленькие шажки, так скажем, большой жизни, когда дети, они больше познают и больше узнают именно. Не просто так, какие-то сухие факты, а именно включаются в процесс и узнают очень много нового и интересного. Я считаю это очень важно. Также ребята посетили практическое занятие, где узнали, как снимаются мультфильмы из пластилина по технологии стоп-моушен и отсняли собственный материал. Мы создавали кадры, и из отдельных кадров получались целые мультфильмы. У меня было наибольшее количество кадров, а точнее 100 кадров. Это было очень забавно. В рамках занятий дети узнали и об основах рекламы, а в завершении дня ребята приготовили открытку по случаю Международного дня семьи. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюз.